Всю неделю на спортивных площадках Ульяновска идут соревнования фестиваля студенческого спорта. Торжественное открытие прошло в комплексе «Новое поколение». Церемонию торжественно начал коллектив барабанщиков. Следом за ними вышли спортсмены-участники. Глава региона приветствовал гостей и пожелал спортивных успехов. Всем хочу пожелать удачных, достойных выступлений, судьям легкого судейства, а гостям получить удовольствие от просмотра соревнований. До 13 ноября лучшие спортсмены вузов страны будут бороться за медали в баскетболе, волейболе, настольном теннисе, плавании, самбо, легкой атлетике, мини-футболу. В программу включены также шахматы, компьютерный спорт и многоборье ГТО. Кроме спортивных состязаний, для участников подготовлена увлекательная культурная программа. Мы занимаемся пропагандой физкультуры и спорта в наших вузах. Во-первых. Во-вторых, студенты собираются здесь для того, чтобы и посоревноваться, и обменяться какими-то новыми мыслями, подружиться, познакомиться. И это потом способствует и каким-то связям в дальнейшем и в учебе. Открыли фестиваль соревнования по легкой атлетике. Виктория Максимова, представляющая Чувашский университет, является действующей чемпионкой России. В Ульяновске ей не было равных на дистанции 200 метров. В легкой атлетике она уже долгих 7 лет, а ее результаты достигнуты ценой упорных каждодневных тренировок. Начала заниматься спортом уже 7 лет назад. Карьера потихонечку. Вот 2 года назад перебралась в Чебоксары. Хорошие результаты пошли. Начали тренироваться более усиленно, усердно. В Канаше уже выполнила кандидата. Почти каждый год приезжали на этот же манеж. Здесь проводились часто соревнования, поэтому манеж очень родной и знакомый. Всего в соревнованиях по легкой атлетике 3 дисциплины. Это бег на 200 и 800 метров среди юношей и девушек, а также шведская эстафета, где первый бегун бежит 100 метров, второй 200 метров, третий 400, четвертый 800. Организаторы соревнований ждут высоких спортивных результатов. Как и во всех видах спорта, здесь есть свои фавориты. Чувашия – это вообще считается как бы мекка легкой атлетики не только по Волжье, но и страны. Поэтому очень сильно традиционная эта команда всегда представлена. Но очень хочется, чтобы еще наша команда ульяновская, Ульяновская университета, тоже достойно выступила. Всего Ульяновская область примет более 500 студентов и аспирантов не старше 25 лет. Наш регион на студенческом фестивале представляет 28 спортсменов. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Даниил Сурков, Управда ТВ.